Здравствуйте, мои дорогие зрители и все те, кто смотрит мой канал. Итак, у нас с вами сегодня абсолютно новая коллекция. Пришла посылочка от мастера, и я хочу вам ее показать. Итак, давайте начнем с наших красавцев, с верхнего ряда. Шикарнейший афганский лазурит. Посмотрите. Вот такая красота. Чуть-чуть перита вот по краешку, а так чистейший лазурит на 18,5. Брутал, проба отсутствует. Значит, все изделия принадлежат, вернее, все изделия вышли из-под руки нашего замечательного мастера по брутальному серебру. Так, это колечко стоит у нас 9000 рублей на 18,5. Вот такое стильное колечко, тоже брутал. Проба отсутствует. Вот так это все показывает. Значит, на 19 размер. Это кольцо на 19 размер. Вот такое шикарное, шикарнейшее кольцо. Вот так, 9000 рублей. Еще одно кольцо. Тоже посмотрите, какого качества лазурит. Брутал, колечко без пробы. Размер, так, ну тут уже буду мерить. Колечко 19,5 размера. Вот так вот мастер порадовал нас сегодня такими шикарными размерами. Следующее кольцо тоже стильное. Посмотрите, какой камень. Обратная сторона. Пробы отсутствуют. Размер тоже у нас не слабый. 18,5 это колечко. Вот так. Вот такое шикарное кольцо. Да плюс маникюр. 9000 рублей. Значит, смотрите, все вот эти большие кольца по 9000. И еще одно кольцо. Вот такая красота. Брутал. Обратная сторона. Пробы отсутствуют. Значит, это колечко на 18 размер. Так. С этим разобрались. Значит, 5 колечек по 9000. Итак, нефрит. Значит, восточно-саянское месторождение. Вот такой полупрозрачный, смотрите. Пробы отсутствуют. Брутал. И размер на 18. Вот такая красота. Нефрит у нас стоит 8000 рублей. Еще один есть у нас лазурит поменьше. Вот такая красота. Посмотрите, какое интересное оформление. Вот так. И обратная сторона. Пробы отсутствуют. Размер сейчас. Размер на 18,5. Итак, это колечко стоит 8000 рублей. Так, берилл. Посмотрите, пожалуйста, какая фантастика. Вот такой камень. Давайте я вам его покажу. Вот так. Вот такой берилл. Высокий кабошон. Брутал. Пробы отсутствуют. Вот такой шикарнейший камень. Стоимость колечка 6500 рублей. Чароид. Посмотрите, какой пейзаж. Какой шикарный пейзаж. Тут и ветер, тут и буря, тут и речка, и все на свете. Посмотрите, пожалуйста, высокий кабошон. Обратная сторона, как положено на подложечке.
18,5 размер стоит. Это, вернее, 18,5 размера. Это колечко. Стоимость его 5500 рублей. И еще один чароид. Посмотрите, пожалуйста. Высокий кабошон. Пробы. Так, я здесь про пробы не сказала. Пробы имеют место быть. Так, здесь тоже пробы на месте. Вот такой чароид. Размер 19. Стоимость колечка 5500 рублей. И еще одно колечко у нас. Ну, здесь, как обычно, флюориты. У меня камера врет по цвету. Значит, кольцо цвета морской волны. Оно зелено-синее. Зеленовато-синего такого, вернее, больше в нем, конечно, зеленого. Вот именно цвет морская волна. Вот камера показывает все, что ей нравится. Ну, ничего не поделаешь. 5500 рублей, 19 размер колечка. Вот такая красота. Медузка такая. Так, про размер сказала, про стоимость сказала. Итак, наши великолепные цитрины. Вернее, не цитрины, а раухи. Это раухи у нас. Колечко. Вот такая красота. Обратная сторона. Пробы отсутствуют. Размер на 18,5. Больше 18,8, наверное. Вот так. Стоимость колечка 6500 рублей. Еще один раух. Посмотрите, какой. Чистейшие камни. Обратная сторона. Пробы отсутствуют. 18 размера колечко. Нет, даже 18,5. 6500 рублей. И еще одно колечко. Шикарнейший камень. Без включений. Вот такая красота у нас. И пробы отсутствуют. Размер колечка на 17,5. На 17,5 размер. И к ним можно подобрать любые сережки. Стоят 6500 рублей. Значит, серьги, посмотрите, с двух сторон они полированные. И вот такая линза. Черненые швензы, черненый ободок. 6500 рублей. Сережки без пробы. И еще одни. Тоже вот такие, посмотрите. Значит, серьги. Одна серьга грамм по 10 будет. Пробы отсутствуют. Черненый ободок и черненая швенза. 6500 рублей. И еще одни серьги, посмотрите. Тоже вот такие толстенькие. Вот такой высокий кабошон. Черненый ободочек и черненые швензы. Хорошо занижены штифты у всех сережечек. 6500 рублей. Получается, любая пара 6500. И любое колечко 6500. 13000 стоит, получается, комплект. Итак, напоследок я оставила наш с вами хризопраз. Вот такой полупрозрачный камень. Посмотрите, пожалуйста, колечко без пробы. Тот же самый мастер. Ну, здесь уже другой стиль. Светлый, чистый, прозрачный. Вот такая красота. И сережечки. Значит, это комплект. Колечко на 18 размер. Вот так смотрится на ручке. Так. Сейчас. Вот. И вот такие серьги. С подвесной частью у нас все сережечки идут. Хорошо занижен штифт.
Ну, здесь уже совершенно другой стиль. Очень светлые, очень женственные, полупрозрачные камни. Посмотрите, пожалуйста. Вот такие. Вот. Заниженный штифт. 13 тысяч стоит весь комплект. Итак, на этом все. Давайте еще раз покажу вам немножечко вот так. Наведу на резкость. Еще вот так могу показать. Посмотрите, пожалуйста. На этом все. Будьте здоровы, берегите себя. С вами была Татьяна. Всего вам самого доброго.